Очередной рост цен в магазинах и многочисленные возмущения барнаульцев. На этот раз люди жалуются на подскочившие резко цены на питьевую бутилированную воду. То, что вода подорожала, подорожала. 50 рублей это в среднем, я так думаю, что да, есть такое. Но я имею в виду на 5-литровую, конечно, тару. Серебряный ключ, она вообще зашкаливает, она и 250 может стоить, и 270 рублей может стоить. Очень хочется, чтобы, конечно, в этот сложный период времени, ну, как-то, наверное, шли нам навстречу и не наживались на людях в такой тяжелой вот просто жизненной ситуации. Напомним, накануне на фоне паводка и возросшего спроса на воду в 5-литровках возник ее дефицит. Люди быстро раскупают бутилированную воду, так как опасаются использовать воду из-под крана из-за ее цвета и запаха. Вода безобразная, темная, вонючая, пенистая. Вот шапочка вот этой пены при наливании, она вся шипит, вся пузырится, запах болотный. Вот остается нам покупать только бутилированную воду. К 10 часам утра вот этой бутилированной воды уже нету в магазинах. Просто нету. К вечеру остается только газированная вода. Между тем, администрация города взяла на контроль ситуацию с наличием бутилированной воды в торговых сетях и проработала вопрос по увеличению объемов поставок. Крупные торговые сети увеличили объемы поставок бутилированной воды объемом 5 литров в 3-5 раз. Поставки воды в торговые сети осуществляются через распределительные центры из города Новосибирска ежедневно. Кроме того, еще одна сеть проводит мониторинг запасов воды в магазинах и оперативно осуществляет поставку воды со склада из города Новоалтайска. На складе вода имеется в достаточном количестве. По словам руководителя комитета, сотрудники администрации ежедневно ведут мониторинг по наличию питьевой воды в магазинах города. Так, накануне проверили свыше 50 точек. Как показала ревизия, вода объемом 5 литров имеется не во всех магазинах. Что касается цен на воду, то пока о каких-либо проверках в нашем регионе неизвестно. В то время как в других регионах, пострадавших от паводков, в частности в Оренбургской области, такие рейды проводят. Юлия Щепина, «День с толком».